Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Я всех приветствую! Как у всех дела? Как обстановочка? Погода? Сегодня у нас воскресенье, 18 июля. Всем доброго времени суток! Я надеюсь, что жара уже спадает. Дует легкий ветерок там, где он необходим. Хорошо бы еще дождик пошел. Ну что ж, мы с вами медитируем вместе с Духом и Духовного Господа сегодня. Спасибо, Габриэла, спасибо большое. Всем нам, друзья, процветания, радости и счастья, конечно же, очищения, исцеления, благости. Сегодня Ариана начинает удивительный марафон. Спасибо ей огромное за это. Прокачает нас всех. Все структуры. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее. Заземляемся. И начинаем расслабляться. Дышим. Дышим, дышим. Глубоко. Дышим животом. Глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. И на вдохе. Здесь воздух идет в живот, живот расширяется. На выдохе можно его втянуть. И так подышите несколько раз. Закрываем глаза. Расслабляются ноги, ноги стоят на полу. Дыхание свободное теперь, легкое. Здравствуйте, присоединяйтесь. Синхронизируйте эфир, чтобы вам проще было с нами. Полный синхрон. Руки на колени. Ладошками вверх желательно. Внимаем энергию и отдаем. Расслаблено все тело. Не забудьте заземлиться. Глубокий вдох, еще раз выдох. Полностью расслаблены плечи, шея. Расслабляется голова. Действительно плохо слышно. И тут полная громкость должна быть хорошо слышно. Полностью расслабляется. Сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три. Звук появился. Раз, два, три. Так, хорошо. Полностью расслабляются руки
и ноги. Расслаблено все тело, голова, шея. Лицо, мышцы лица, щеки, расслаблена голова, лоб. We call in the emissaries of light who are here in the service of love and to assist us in creating more love, peace, and abundance on this earthly plane. We invite in Medium Joao, the entities of Casa Dominatza de Loyola, Dr. Augusto de Almeida, Dr. Osvaldo Cruz, Dr. Valdivina, Francisco Xavier, King Solomon, Master Jesus, Mother Mary, the Ascended Masters Metatron, Xenophon, Lord Buddha, Sai Baba, the Great White Brotherhood, and the Archangels Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, and our Guardian Angels, to guide us and provide clarity and direction. Боже, Отец наш всесильный и сама доброта, дай стойкость тем, кто проходит через страдания. Дай свет тем, кто ищет правду. И наполни человеческие сердца сопереживанием и милосердием. Боже, дай путеводную звезду путешественнику, успокоение страждущему и отдых больному. Отец, дай раскаяние для виновных и правду для духа, проводника для ребенка и отца для сироты. Всевышний, пусть твоя доброта распространится на все, что ты создал. Пощади, Всевышний, тех, кто не познал тебя. И дай надежду страждущим. Да пусть твоя доброта позволит духам успокоения распространить мир, надежду и веру повсюду. Боже, луч света, искра твоей любви может зажечь землю. Давайте напьемся из этих фонтанов бесконечной и полной доброты. Да высохнут все слезы, да утихнет боль. И каждое сердце, каждая мысль взлетит к тебе, как воздух любви и благодарности. Как Мозес на горе, мы ждем тебя с распростертыми руками. О, доброта! О, красота! О, совершенство! Мы стремимся быть достойными твоей пощады. Боже, дай нам силу для развития, чтобы однажды возвыситься до тебя. Дай нам помощь, дай нам веру, дай нам разум. И более всего, дай нам простоту и покаяние, которые сделают из наших душ зеркало, достойное твоего святого отражения. Все, Бог.
полностью расслаблено физическое тело. Господь, дай мне силы утешать и не быть утешенным, понимать и не быть понятым, любить и не быть любимым, ибо когда отдаем, получаем мы, и прощаем, обретаем себе прощение. Когда я голодна, пришли мне того, кого я могу накормить. Когда я хочу пить, покажи мне того, кого я могу напоить. Когда мне холодно, пришли ко мне, кого я могу согреть. Когда я в печали, пришли, кого я могу утешить. Когда мой крест слишком тяжел, и я не смогу нести его, тогда мне потребуется помощник, а поблизости никого не будет. Облегчи мою тяжелую ношу и дай мне кого-нибудь, кто заслуживает любви, как и я. Дай мне кого-нибудь, кому я могу служить. Когда мне потребуется время, позволь мне посидеть рядом с кем-нибудь. А когда будет тяжело на сердце, найди мне кого-нибудь, кого я заставила бы улыбнуться. Когда я почувствую робость, пришли мне того, кого я могу похвалить. Когда мне потребуется поддержка, покажи мне того, о ком я могу позаботиться. А когда мне потребуется понимание, покажи мне того, кто нуждается в понимании с моей стороны. Когда я буду думать только о себе, привлеки мои мысли к тем, кто добр. Когда я обеднею, пришли мне нуждающегося. Когда глаза мои перестанут видеть святое, позволь мне узреть Христа в глазах каждого, кому я подаю пищу. А теперь минута тишины. Открываем свое сердце, чувствуем в нем любовь. Сердце переполняет любовь к себе и всем окружающим, всему окружающему. Радость. И счастье переполняет ваше сердце.
теперь отправляемся на водопад. Великолепно. Холодный водопад для молнии. Мы всем пойдем по дороге. Но у каждого она своя. Почувствуйте энергию того места, где вы идете. Может быть, вы увидите картинки. Может быть, это лес. Поле. Полевые цветы. Возможно, выйдете в горах. Кто-то увидит под ногами кристалл, а у кого-то дорога длинная. Кто-то идет по камням, может кто-то по асфальту. В любом случае, вы выбрали свой путь. Настроение прекрасное. Вас ждет великолепное моление, которое даст возможность отпустить все эмоции и создать хорошее настроение. Мы уже подходим к водопаду. Благодарим всех за такую возможность. Медиум Джоал. И всех духов, которые собрались там для того, чтобы помогать всему человечеству. Возлюбленные энтитис, пожалуйста, омойте меня родниковой водой. Умолите мою душу. Наполните мое тело энергией божественной любви и исцеления. Сотворите меня чистым, как кристалл. Мы открываем калитку и подходим к первому мостику нашего прошлого. Мы просим прощения здесь и прощаем. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Повторите эту молитву Ахунапона еще несколько раз про себя. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я сожалею. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Глубокий вдох и выдох. Двигаемся дальше к нашему великолепному второму мостику нашего настоящего. И здесь мы просим наших великолепных духов принести нам радость, исцеление, омоложение. Почувствуйте, как лучики солнышка проникают в каждую клеточку вашего организма. Они очищают каждый орган. Они опускаются именно туда, куда нужно сегодня.
то место, где есть дискомфорт, почувствуйте там тепло. И радостно поблагодарите свои внутренние органы за то, что они приносят вам добро, свет, радуют вас каждый день за то, что работают как часы. Наш сложный организм работает всегда. Но если какой-то орган устал, ему просто нужна поддержка. Поддержите его. Скажите ему, тому органу, который вас волнует или беспокоит, как сильно вы его любите и благодарны за его работу. Мы движемся дальше. И перед нами третий мостик нашего будущего. Мы чувствуем энергию всего того, что с нами происходит уже в будущем. Всех наших близких, друзей, всех, с кем хочется быть. И энергию того места, где хочется находиться. Мы сонастраиваемся с этим местом, как будто мы уже там. Мы чувствуем настроение. Радость, свет. Теперь впускаем, и перед нами великолепный водопад. Беремся за поручни. И из головы до ног ставим свое тело под великолепную струю воды, очень сильную, холодную, обжигающую. Она омывает все тело, и мы чувствуем великолепную воду. Каждую каплю на своем теле. Мы даже чувствуем его внутри. Она омывает все тело, внутренние органы, очищает и омолаживает каждую клеточку. Выходим из-под струи воды, глубокий вдох, даем выход эмоциям. Если льются слезы, это замечательно. Хочется кричать, можно крикнуть. Главное, выдыхаем все, что не нужно накопилось в нашем теле. И еще раз становимся под струей воды. Почувствуйте, как вода омывает каждую клеточку вашего лица. Оно расправляется. И вы видите себя уже на 10 лет моложе. На 20 лет моложе. И не важно, если вы даже были ребенком 20 лет назад. Почувствуйте кожу ребенка, какая она гладкая, шелковистая, ласковая. Почувствуйте, как ваша кожа пахнет грудным молоком. Ребенка, маленький, великолепный,
Они точно так же радуются жизни. А вода, великолепная вода водопада, все еще омывает ваше тело. Каждую клеточку, каждый орган становится на 10 лет моложе. Выходим из-под струи воды, глубокий вдох и выдох. И сейчас нужно выдать эмоции, очиститься от них ненужных, отрицательных, негативных, все уходит. Глубокий вдох и выдох. Ну и последний, третий раз. Становимся под струей воды. Приглашаем родных, близких, детей. Мы даже слышим детский смех вокруг нас. Тот свободный, чистый смех, который не всегда мы слышим у взрослых. Почувствуйте даже в себе своего внутреннего ребенка. Девочку или мальчика, который радуется всем окружающим. Ну и сейчас, когда все близкие и родные с вами, мы приглашаем города, страны, континенты, весь земной шар под великолепный водопад. Весь наш земной шар омывается священным водопадом. Ну а мы все вместе, вместе с нашими родными, близкими, нас очень много. Нас так много, что мы можем окружить наш земной шар, встать в хоровод, взяться за руки и послать нашей Матушке Земле очищение и омоложение. Она тоже становится намного моложе, ярче, светлее, ярче светит солнце. Чистая вода озер, рек, океаны. Солнце отражается в воде и возвращается к нам. Чистые леса, чистые города, зелень сверкает на солнце. Посылаем нашей Матушке Земле свет, радость, здоровье и молодость. Все сияет, сверкает, радуется жизни. Мои мысли светлы, мое сознание божественно чистое, я есть любовь и свет. Мои мысли светлы, мое сознание божественно чистое, я есть любовь и свет. Мои мысли светлы, мое сознание божественно чистая, я есть любовь и свет.
медленно возвращаемся. Глубокий вдох, выдох. Медленно возвращаемся в свои комнаты. Здесь и сейчас. Я благодарю вас всех, кто участвовал в медитации. Желаю радости, здоровья, мира, всего самого прекрасного. Дарю вам этот кристалл, энергию кристалла розового и сердечного. Он прекрасен. Он приехал из Бразилии и самый мой любимый. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто был, кто участвовал с нами. Надеюсь, все себя хорошо чувствуют. Пейте водички побольше сейчас, очищайте свои внутренние органы. Ну, конечно, всех благ, радости и здоровья. Спасибо всем, кто был с нами. Пока. Всех люблю.